Смотри-ка. Интересно. А, вот этот мостик тут, да? Да, вот тут уже доценка спирался. Вот. Ограда. Но храм только стали восстанавливать, да? Да, да, это несколько лет. Но храм относился вот к имению, да, да? Он их... их постройка. И Корсаковы же и делали этот храм, да? Ну вообще отлично. Отлично. А река Дубна, да? Да. Река Дубна. О, вот он, мостик. Красота, да, вот этот мост. Ага, да, да, такой. Да, 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 такой смывало интересный. Смывало, смывало, да? Да, да, это река Дубна. Да, такая. Да, очень река Дубна. Такая красота вокруг. Вот, да. Заповедная зона все это. Да. И на тросах такой вот деревянный мост на тросах. Да, на тросиках. Пристаньте вот эту супругу, если можно, я вас поснимаю. Да. Так. Ой. Да, и вот такой вот храм. А вот, ну тут, в принципе, можно смело идти, конечно, но тут вот где-то он сломан, даже мостик. Надо все равно посматривать. Вот. А так очень интересно, действительно, здесь. И вот отремонтировали шпили у церкви и потихонечку, и надеюсь, что храм возродится.